Ребят, всем привет! В этом видеообзоре у меня обзорчик на вот такие вот плееры из Китая. Были доставлены вот в таких мелких пакетиках. Пришли они все разом, но от разных продавцов. Один пришел отдельно, а все четыре вот эти рядом вот пришли вместе. Пришли за 3 недели. Я их уже вытащил с упаковок. Упаковочки я в сторону ставлю. Плееры недорогие. Ссылка на них будет под видео. Стоят в пределах от 1 доллара до 3. Допустим, вот эти вот стоят в пределах доллара, 1,5, 2. Вот эти вот 3. Эти же чуть подороже будут. Сейчас объясню почему. Эти плееры идут самые простейшие. У них выход звука только через наушники, в отличие от этих. Мы его распаковываем. Вот такой вот мини-плеер на клипсе. Можно цеплять за верхнюю одежду, за кармашек или в карман просто бросить. Тут мы имеем выключатель, индикатор для зарядки. Вот он, выключатель, индикатор. Это выход 3,5-миллиметровый на наушники. Здесь USB выход для подзарядки данного плеера, то есть аккумулятора. Интерфейс у него не микро, а мини выход. И слот для microSD карт. Поддержка карт до 16 гигабайт. Эти плееры поддерживают до 32 гигабайт. Ну ладно, покажу, чем они отличаются. Здесь имеется еще встроенный динамик. И мы сейчас включим музыку и прослушаем саму музыку с этих плееров. Эти также имеют дисплейчик. Стоят они в пределах от 3 долларов. Так, управление у него простейшее. Звук громкости плюс-минус. Пауза и выбор трека. То есть влево-вправо перемотка идет. Его выключим. Продемонстрировать звук здесь не получится, так как здесь динамика нету, в отличие от этих. Я их сейчас включу, вот эти вот. Так, к ним, в принципе, можно докупить вот такое вот зарядное устройство, маломощное, на пол ампера. Пол ампера — это 500 миллиампер. И вот такой кабелек, это если вы отдельно покупаете плеер. Вот такой вот кабель, этот край вставляется в сам плеер. Вот этот разъем вставляется в зарядное устройство и уже в сеть. И заряжаете таким образом сам плеер. Возможен другой вариант. Вот этот разъем подключаете к компьютеру, и он заряжается просто от компьютера или от ноутбука. Все достаточно просто. Флеш-карты. Вот эти вот плееры поддерживают до 16 гигабайт, эти до 32, еще раз повторяю. Вставляются они вот таким вот образом, контактами вверх. Ну, если держать плеер вот таким вот лицевой стороной. И до щелчка. Такой вот щелчок появляется, все оно вставлено. Вытаскивается тоже щелчком. Плееры идут в разных цветовых вариантах, на любой вкус, и синие, и красные, и голубые, и желтые. Перейдем к просмотру вот этих плееров. На данный момент у меня черный и темно-красный плеер. Также заряжается от компьютера или от такого зарядного устройства через вот такой вот кабель. Интерфейсы. Также имеем выключатель. Корпус у него металлический, как вы видите. Сзади мы имеем динамик. Ну, для своих размеров достаточно громкий. Так, с обратной стороны мы имеем слот для карт памяти. Здесь наушники и выход мини-USB для зарядки данного плеера. Кстати, музыку, встроенной памяти эти плееры не имеют.
своей памяти. Для передачи музыки, то есть на вот эту вот флешку, мы вставляем флешечку, подключаем его к компьютеру и уже переносим музыку на флешечку. На этой флешке у меня уже музыка перенесена. Вставляем флешку в сам плеер и включаем его. Имеем также вот такой вот дисплей. Так, управление у него тоже простейшее. Имеем кнопку громкости активации, потом регулируем плюс-минус, пауза, выбор трека также и меню смены языка. Язык здесь английский, китайский. Что ж, включаем. Ну и различные настройки здесь есть. Загорается вот такой синий дисплейчик с приветствием. Нажимаем вот эту вот кнопочку и включается вот такой вот трек. Так, он немножко отсвечивает. Яркость дисплея можно в настройках чуть-чуть снизить. Для того, чтобы звук отрегулировать, я сейчас нажал на паузу. Сейчас я включу play. Нужно нажать вот на эту кнопочку, и загорается здесь вот динамик. Он начинает мигать. Вот, нажимаем на динамик. Вот, мигает динамик. И регулируем максимум здесь до 30 звук. Все, шкала до 30. Обратно нажимаем кнопку volume. Вот такой вот довольно-таки небольшой плеер. Но для путешествия, рыбалки, также просто послушать на улице. Довольно-таки неплохое устройство. Конечно, присутствует у всех сейчас телефоны, но для того, дабы не садить аккумуляторы телефонов, можно прикупить вот такой плеер за $2. Вернее, он стоит $3. $3-4 от 3 до 4. И можем наслаждаться музыкой через сам этот плеер. Кинуть его в карман, также на работу его можно взять. FM-приемника в нем нет, не присутствует, что было бы неплохо. Но те модели уже дороже. Так, сделаю чуть потише. Так, вот чуть сделаю потише. Какие функции у нас здесь? У нас здесь дисплей. Так, как его показать, чтобы было видно. Здесь идет таймер, отчитывает вперед. И есть таймер, сколько сама музыка проигрывать будет. Дальше. Присутствует также эквалайзер, повтор. Присутствует два языка, вот английский и китайский. Так, выходим. Вот такой вот достаточно. Он со спичечный коробок, этот плеер. Динамик имеем сзади. Этим он и отличается от остальных плееров. Есть плееры дороже, там напичканы всякими функциями. Но есть еще одна модель, но она стоит $20, тоже с динамиком. В основном они без динамика, только с наушниками. Здесь простейшие функции, но зато он с динамиком. Остальные дороже плееры, они с FM-приемником, там еще с какими-то прибамбасами, но они не идут с динамиком. Этот плеер аналогичный, тоже с таким вот динамиком, в черном цвете. Они идут в 4 цветовых вариантов. Вот в красном цвете, в черном есть, в белом и в бежевом. В бежевом цвете вот 4 цветовых варианта. Ссылку на плееры я поставлю под видео. Данный обзор я заканчиваю. Всем удачи, пока!